2018 – самый богатый на события за последнюю пятилетку год. Тут вам и помпезно проведенный чемпионат мира по футболу, вывод войск из Сирии, открытие Крымского моста, памятника нынешнему курсу страны. Немало было событий и в социально-экономической сфере, от которых россиянам в очередной раз стало грустно. Это и повышение пенсионного возраста и процентной ставки на НДС. Да еще и цены на горючие смазочные материалы ожидаемо-нежданно подскочили. И хотя многое из вышеперечисленного как-то можно оправдать, то повышение стоимости топлива кажется абсурдом. Топливный бум конца 2018-го, начала 2019 годов прокатился горючей волной по стране. В среднем топливо дорожает на 90 копеек в месяц. Внешнеполитическая обстановка, отголоски чемпионата мира по футболу или искусственный демпинг цен. Каков главный фактор подорожания важнейшего ресурса страны? Попытаемся ответить на этот вопрос по факту. Россия по добыче нефти в Европе занимает почетное первое место, а в мировом топе расположилась на втором, уступив лишь Саудовской Аравии, о богатстве которой уже слагают легенды. В среднем за последние два года в России добывается более 10 миллионов баррелей нефти, а годовое выражение равняется более 500 миллионов баррелей. А вы тоже любите вкусно поесть? Каждое утро в этот магазин привозят свежую сметану. В последнее время она начала сильно дорожать. Почему? Ответ прост. Топливо подорожало. Этот завод по производству молочной продукции ежедневно перерабатывает более 40 тонн молока. Готовая продукция сортируется и отправляется по оптовым и розничным торговым точкам. На машинах, на легковых и на грузовых. Их тоже нужно кормить, как и людей, ждущих свежий творог. Только питаются машины не белком, а бензином, который нынче подорожал. А значит, подорожает и продукция. Это большая проблема для людей, которые занимаются бизнесом. Так как в любой себестоимости продукта есть доля, которая приходится на ГСМ, то с повышением цен на топливо себестоимость продукта автоматически поднимается. Если говорить непосредственно о нашем производстве, то это транспортная доставка основного сырья от производителя молока, то есть от фермера, к нам, к переработчику, и уже от нас реализация в торговые точки. Таким образом, топливный бум хлестко ударит по карманам любителей молочной продукции. А недавно ленты местных новостей стали пестрить сообщением о скором повышении стоимости хлебобулочных изделий. Это говорит о том, что не за горами и следующая волна повышения цен на продукты питания. Но главные страдальцы в данной ситуации – водители. От государства им помощи ждать не приходится, поэтому каждый справляется как может. Алан Бураев сменил много машин. Из раза в раз приходит к выводу, что для экономии лучше установить газовое оборудование. И хотя цены на пропан тоже повышаются, тем не менее газ экономичнее бензина. Такого мнения придерживаются большинство водителей. Каждый километр проезжаешь, и ты понимаешь, что у тебя экономия. Ну вот, например, сейчас мы заправимся рублей на, давайте, на 200, да? А что далеко ходить? Вчера я заправился на 200 рублей, проездил целый день. Сейчас мы заезжаем в заправку, а у меня еще остается топливо. Стоимость газовой установки около 30 тысяч. Сумма, быть может, для многих немалая, но зато в будущем окупится быстро, уверяют автолюбители. Вот, например, это газовое оборудование. Я его установил недавно, под запаску. Установили очень качественно. И с ним никаких проблем нету, чтобы, например, у тебя что-то где-то пропускало. Они все как бы проверяют, дают сервисную книжку, то, что на гарантию. И при этом голова ни за что не болит. Как бы ездишь и экономишь. Ну, вместе с разрешением мне оно обошлось, грубо говоря, 30 тысяч. Езди, и голова ни за что не болит, и все равно. Обычная езда по городу, за сколько купит установку оборудования? Обычная езда, то есть с работы домой, по своим делам, край 2-3 месяца. Данная арифметика проста, но эффективна. Наверное, потому ей пользуется большая часть автолюбителей. Перед вами не психологический тест. Это рейтинг самых мощных и влиятельных стран в нефтяной игре. Это пирог, который делят между собой 10 держав. Россия – лидер.
А теперь рассмотрим цены на топливо в других странах, которые также в доле и имеют кусок от нефтяного пирога. Средняя стоимость бензина на американских заправках в 2018 году составляет 71 цент за литр, то есть 46 рублей. В Китае же заветный литр вы получите за 60 рублей. Ирак — 63 цента, что равняется 41 рублю. Саудовская Аравия — 54 цента или 35 рублей. Но дьявол кроется в деталях. Начнем с Китая. Сегодняшний курс красной экономической машины – бензин – вторая кровь нации. И этот лозунг практически официально озвучен руководящей партией. За последний год цена на топливо в КНР снизилась на 55 юаней, а это около 9 долларов или 593 рубля. Да, ценник на топливо в стране был запредельным, но за год была проведена колоссальная работа. Отсюда практически фантастические цифры. Следующая жертва нашей топливной препарации – старый добрый дядюшка Сэм. Постоянные реверансы в сторону альтернативных источников энергии, сланцевой нефти и зеленой энергетики практически выбили США из списка крупных нефтяных игроков. Тем не менее, бензин среди американских автолюбителей по-прежнему востребован. И стоит он немногим дороже, чем у нас в стране. Но тут есть один небольшой нюанс. Доходы жителей США в разы превышают доходы россиян. А теперь обратим свои взоры на ближневосточные страны. Ситуация тут шаблонная. Здесь цены на топливо формируются по одному сценарию – удовлетворение и лоббирование интересов своих западных бензиновых менторов. Но вернемся на родину. Хотелось бы поговорить в первую очередь о ценообразовании, за счет чего все-таки формируется настолько высокая цена на топливо. Иногда не поймешь, с чего начинают формироваться цены, потому что, как говорит, затраты на переработку очень высокие, но существуют стандарты, и мировые, и внутри страны стандарты. Они соответствуют тому, что сегодня бензин должен стоить как минимум рублей 30-25. Но цены на порядок выше в два раза. И это спекулятивные цены на бензин. Но что касается автозаправочных станций, их цена формируется не только из-за покупки бензина и нефтепродуктов. Формируется еще и того, каковы затраты на этой заправке. Помимо этой электроэнергии, газ, даже поборы, которые правильные, неправильные со всех, по всем инстанциям существующие, негласные. Поэтому фонд заработной платы, в общем, цена формируется из верстания суммы, которая зарабатывается на заправке. По заявлению экспертов, с 1 января 2019 года бензин в стране повысился на 30%. Связано такое повышение с ростом цен на акциз на топливо. Его устанавливает правительство страны. Если до нового года акциз стоил 8 тысяч рублей за тонну, то теперь эта цифра увеличилась до 12. Почему такое повышение, рядовым гражданам не объяснили. Между тем, на мировом рынке цены на нефть одинаковы. Так что конечная стоимость бензина на заправке зависит от государства и политики, которая ведется внутри страны. Добавим, что во многих странах разработаны специальные экономические механизмы, которые позволяют удерживать и снижать рост цен на горючие смазочные материалы. Например, правительство Венесуэлы ввело субсидии на покупку бензина для своих граждан, опустив цену на него до 1 цента. В России такой практики пока нет. Так что результат действия или даже бездействия внутригосударственных механизмов уже начали ощущать наши граждане. Вариант номер один – это соглашение с нефтяными компаниями о том, как они будут работать. Однако многие эксперты уверяют, что рост цен на топливо продолжится. Не так давно правительство озвучило планы на ближайшее время. Кабинет министров собирается понизить экспортную пошлину на нефть до нуля. Одновременно с этим поднимется налог на добычу полезных ископаемых. В результате розничная цена топлива в стране будет равняться цене бензина в тех странах, которые не могут самостоятельно добывать нефть, что повлечет за собой очередное повышение цен. Правда это или нет, покажет время. Но пока все идет именно к этому. Но давайте продолжим анализ и выясним, как нынешний скачок цен повлияет на жизнь жителей республики и страны в целом. Начнем с простого, с расчета. Средний размер топливного бака легкового автомобиля составляет 55-70 литров. Цена бензина типа АИ-95 – это самый распространенный вариант – 46 рублей. Чтобы заправить полный бак, вам потребуется 2530 рублей. Средний расход легковушки на 100 км – 11-13 литров.
Это означает, что за каждые 100 километров пути вы платите 506 рублей. Дорога до Беслана сожжет из вашего бумажника 152 рубля. Захотели к родственникам в Дигару, готовьте 228 рублей. Ильхотово 263 рубля. А если друзья живут в Моздоке, готовьте кровные 400 рублей. Цены на бензин влияют и на стоимость проезда в общественном транспорте. Это естественный процесс. Республика находится в непростой ситуации. Стоимость за проезд должна увеличиться, но это вызовет волну недовольства жителей, доходы которых по-прежнему малы. При этом водители маршрутного такси в убыток себе работать не могут. Водители сетуют, что находятся на грани полного отсутствия заработка. Мол, проезд сейчас стоит 15 рублей, а в связи с повышением цен на топливо должен стоить 22 рубля. В Министерстве транспорта объясняют, чтобы не вызвать недовольство населения, цены искусственно сдерживаются. Правда, неизвестно, сколько это можно будет делать, ведь водителям тоже нужны деньги, семью-то обеспечивать нужно, и роль громоотвода они долго играть не смогут. Возможность о том, что тариф на проезд в общественном транспорте будет в республике меняться, было ранее сказано о возможности, что будет. Но на сегодняшний день тариф, который 15 рублей по городу Владикавказ и 18 рублей, который межгород, имеется в виду пригородных соотношениях, оно на сегодняшний день пока меняться не будет. Тариф может будет меняться тогда, когда мы пересмотрим маршрутную сеть. На сегодняшний день все остается также 15 и 18 рублей. Ценник остается прежним, но какой ценой это дается, знают водители маршрутных такси. Как часто вы заказываете одежду, косметику, детские игрушки и даже продукты питания в интернете? Сейчас здесь происходит погрузка логистической компании. Грузовые, легковые, прицепы, самолеты и корабли. Сегодня продукция доставляется как по суше, так и по воздуху. И любой транспорт необходимо заправлять. Но сегодня цены неуклонно растут. Понимаете, к чему я клоню? Алексей Царитов – директор крупной транспортной компании. Ему приходится несладко. Чеки, которые он собирает как отчет заправок, вгоняют в уныние. Чтобы бизнес удержался на плаву и оптимизировать работу, ему пришлось уволить 5 сотрудников. Признается, что совестно, но в нынешних условиях приходится чем-то жертвовать. Естественно, мы анализируем ту себестоимость, которая у нас есть в части перевозок, в части расходов на топливо. И если мы будем сравнивать январь 2018 с январем 2019 года, то мы фиксируем у себя примерно 15% рост наших затрат на топливо. То есть это затраты не только на те рейсы, которые делаем мы своими машинами, но в частности то, что мы платим другим автоперевозчикам, которые возят наши грузы. Естественно, они перевыставляют все эти расходы, возросшие на топливо, которое у них есть, в конечном счете за них платим мы. В денежном выражении, сколько это будет, это примерно 500 000 рублей в месяц. То есть это те деньги, которые мы могли бы пустить на развитие, на создание дополнительных рабочих мест и так далее. Но почему-то, вот, несмотря на ожидания прошлогодние на тему того, что цены будут зафиксированы и расти не будут, мы наблюдаем рост. Цена на топливо растет, рабочие места наоборот. 500 тысяч рублей – это жертва, которую приносит логистическая компания бензиновым богам. А вот 5 сотрудникам от этого не легче. Подобных примеров много, разбирать их можно долго. Интересно другое, а что дальше? Безусловно, рост цен на топливо – сложная социально-экономически-политическая цепочка, распутать которую практически невозможно. Но тем не менее, сдержать рост цен может только государство. Точнее, оно обязано. В идеале нужны жесткие и очень грамотные привязки цены литра топлива к цене барреля, чтобы стоимость на горюче-смазочные материалы была фиксирована, а нарушителей серьезно наказывать. Ведь есть нефтедобывающие страны, которые отличаются щедростью. Так, в Венесуэле литр бензина стоит 47 копеек, в Туркменистане – 68 копеек, в Иране 2 рубля 39 копеек. Во время подготовки данного репортажа лишь одна заправка на территории республики согласилась с нами сотрудничать. Остальные воздержались от комментариев. И это проблема. Реальная проблема, о которой не хотят говорить напрямую. Слишком много всего нарезано в эту бензиновую салатницу, приправлено соусом закрытости и тайны и подается на токсичном блюде. Подобный ужин – занятие сомнительное. На кухне нужны перемены. И начинаться они должны от простого официанта и заканчиваться шеф-поваром.